В преддверии Дня Победы наш канал подготовил праздничную программу для жителей области. Пензенцы смогут узнать больше о военных сражениях из документальных материалов и о наших земляках, которые бились с врагом на фронте и в тылу. В ближайшие дни продолжится показ и военных сериалов. Кроме того, в эфир выйдет фильм-концерт о нашей землячке, заслуженной артистке РСФСР Лидии Руслановой, которая встречала 9 мая 1945-го у стен Рейхстага. Главное для каждого жителя Пензенской губернии – это бессмертный полк. В связи с эпидемиологической ситуацией не будет 9 мая бессмертного полка в режиме офлайн. Он пройдет в режиме онлайн. У нас подготовлено порядка 3000 роликов с фотографиями, с краткой информацией о земляках, которые участвовали в Великой Отечественной войне. 3000 человек. Земляков пройдет на экранах телеканала «Экспресс». Кроме того, наш канал покажет фильм-концерт «А мы из Пензы», участие в котором приняли ведущие коллективы области. Он начнется в День Победы в 9 часов утра.